На заседание по делу Евромэрии решил приехать экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Однако в переполненный зал политик не смог попасть. Общение с журналистами прошло под громкие возгласы сторонников и противников мэра Геннадия Труханова. Сначала мы разрушим Одесский паханат. Сначала мы разрушим все их схемы, а потом мы построим великую, настоящую, потрясающую, успешную Одессу, такую как Батуми, но намного лучше. Так вот, я хочу вам сказать, да, я разрушитель вашей гнилой, грязной, коррумпированной системы. Я разрушитель ваших схем. Интервью пришлось записывать уже за пределами суда. Саакашвили продемонстрировал документы, которые в прошлый четверг были приобщены к материалам дела, а также заявил о желании выступить на суде в качестве свидетеля коррупционных схем. Это документ о полномасштабной, полной коррупции и бандитизме в Одессе. Поэтому это документ, который является обвинительным заключением реально всей мафиозной системы. По мнению народного депутата Украины Сергея Кивалова, приезд Саакашвили в Одессу призван дестабилизировать ситуацию в городе. Удивительное дело, что он выбрал Одессу, нашел фамилию известных. Вот на чем ему пиариться? Давай возьму фамилию Труханова, мэр города. У него хороший рейтинг. Более 60% жителей Одессы сегодня поддерживают Геннадия Труханова. А давай возьму и Кивалова заодно, что он получал у него деньги. Он даже не может картинку правильно составить и сказать. У него мысли какие-то такие с перебоем идут. Видимо, тут думаю, тут не думаю.